Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Рыбалка – это жизнь», и сегодня я вам хочу показать свои два самых любимых узла. Первый узел – это соединение двух лесок. Это может быть и маленький диаметр, может быть и большой диаметр. Но желательно, чтобы диаметры были приблизительно одинаковые. Вот две лески. Накладываю одну на другую. И получается вот такая петелька. Дальше накручиваю раз 5-6 и завожу с этой стороны, с внутренней, завожу в эту петельку. Дальше вторую сторону закручиваю и тоже завожу с этой стороны. Дальше придерживаем вот эти два конца, смачиваем и вуаля! Получается у нас симпатичный узел. Узел хорош и для фидерной ловли, и для спиннинга. Хорошо проскакивает фидерное кольцо. В общем, чудесный узел. Он мне очень-очень нравится. Поэтому я хочу с вами им поделиться. Второй узел. Это привязать крючок или привязать вертлюжок к основной леске, которая является шнуром. В общем, к шнуру привязать надо крючок или вертлюжок. Вот. Другой цвет лучше будет. Зеленый. Вот смотрите. Берем шнур, складываем пополам, протягиваем в ушко нашего крючка. Затем делаем полуузел и вот в образовавшееся вот это колечко протаскиваем крючок. Затягиваем. Получается симпатичный узел, который никогда, ни при каких условиях не развяжется. Для шнура это просто чудо, а не узел. Все, дорогие друзья. Вот это, в принципе, все, что я вам хотел рассказать сегодня. Коротенькое видео. Два самых моих любимых узла. Будьте здоровы, ни хвоста, ни чешуи. Встретимся на рыбалке. Подписывайтесь на канал. Будьте здоровы.